Привет, меня зовут Самар, и я приехал в город Пушкар. Ну как город? БГТ. Весь городок сосредоточен вокруг этого небольшого озера. Он километр на километр. Он очень колоритный. Он в пустыне. Тут есть верблюды. Есть много туристов. Есть много разводил на деньги, но куда без этого есть много туристов. Колоритно. Жарко. Ветер. Пустыня. Как и Варанаси, Пушкар является одним из священных индийских городов. Здесь также есть гхаты, на них также сжигают людей, правда в меньших масштабах. Именно в Пушкаре был сожжен Ганди. В Пушкаре есть много древних храмов, правда большинство из них разрушены. А еще именно отсюда начинается пустыня Тар. На окраине Пушкара каждый год проводится ярмарка верблюдов. Оказывается, здесь каждый июль-август приезжает много евреев, военных на отдых. Поэтому вот напротив тоже, кстати, очень много надписей на иврите. Весь Пушкар можно обойти медленным шагом примерно за час. Поэтому, погуляв там пару дней, прогулявшись на озеро и на пустыню, мы отправились дальше. Мы поехали локал-басом, что было очень незаметно. Страшно. Жарко, людей много. Можно коровы на полах снять. Давненько не показано, как мы живем. Живем мы вот здесь. То есть не совсем вот здесь, но в таком вот синеньком переулочке расположен синенький гестхаузик. Вот такой вот старинный хавили. То есть бывший библейский дом. Вот внутри это старинный хавили. А внутри он like a Bollywood movie. Так выглядит room in the old хавили. Very modern room. С кондиционером, вентиляторами и кучей-кучей настроек света. Каждая лампочка, реально каждая лампочка включается отдельно. Каждая лампочка, каждый вентилятор. Да, балкончик с витражами, с нормальными окнами здесь, к сожалению, так себе. Зато есть витражи и есть very modern ванная. В отличие от Джайпура, который розовый очень местами, Джодхпур действительно синий. И лучший вид на синий город открывается с какой-нибудь крыши, с какого-нибудь кафе. И сейчас я расскажу почему.
Синий город, конечно, очень колоритный, старинный и все такое, но это старый город в Индии с всеми вытекающими. Здесь горы мусора, охрененное количество собак, попрошайки, уличная канализация, говно, 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 мусор, говно, говно. О, синий домик, мусор, говно, говно, говно. Так и гуляем. Это мы сейчас в очень чистом месте старого города. В одном из самых чистых мест. Сегодня мы пойдем в крепость. Это вот вверх, наверх, наверх, наверх. И по идее вход не бесплатный. И через секунд 15 мы это узнаем. Увы и ах, это оказался не вход в крепость, а вход в музей при крепости. Конечно же, он был платным, поэтому мы ограничились обходом вокруг форта. Форт ничем особо не отличается от других фортов в крупных городах Индии, зато с него открывается хороший вид на синий город. А после Джодхпура мы поехали в самое сердце пустыни Тар, золотой город Джайсалмер. Город Джайсалмер встречает фортом, который занимает большую часть города Джайсалмера. И под стенами форта ребятки играют национальную индийскую забаву крикет, не путай с крокетом. Честно говоря, сначала я долго сомневался, ехали в Джайсалмер вообще. Это получался не слабый крюк, плюс пустыня, жара. Но, как оказалось, заехали мы в него не зря. Джайсалмер действительно очень красивый, он весь построен из золотого песчаника. Там очень крутая резьба на стенах, балконах, дверях, в общем, везде. Он крошечный, выгуливается за пару часов, но оно того стоит. Джайсалмер — город в пустыне, а что еще делать в пустыне, как не ехать на сафари с верблюдами? Вот мы как раз сейчас едем на самое сафари с верблюдами, local life, local village, бла-бла-бла, ну так нам рассказывают. На деле посмотрим. Прокатившись на верблюде по пустыне, я понял, почему этих тварей называют кораблями. Потому что на них, блин, укачивает. То еще. Ветер задувает в уши, светом задувает песок, солнце встает жарко, солнце садится прохладно, зато утром очень красиво. И песочек мягенький. О, Джайсалмер, у меня все, и все на эту серию. Дальше будет в следующих сериях, а пока что мы едем в Удайпур. В Sleeping Bus. Sleeping Bus, черт возьми, это круто. Это такое вот купе с кондером, полкой для кроссовок, подушечкой, дверочкой, которую можно закрыть. Все, я в домике, еду в Удайпур. И еду в Удайпур.